Королева год 42-й меня шатала. От холода, от горя, от тоски. Но шла весна, ей было горя мало. До этих бед нет дела у весны. Растрескавшись, как рафинад, сырой и назреватый, над головой литейного налет. Размеренно раскачивая латы, шел по земле с дороги жизни лед. И где-то там, и вы посередине, я увидал с литейного моста на медленно качающейся дине отчетливо подобие креста. Все ближе льдина подплывала, перед мостом замедлил разбег. Крестообразно в стороны руками был в эту льдину впаян человек. Нет, не солдат убитый под Дубровкой, на окаянном Невском пятачке. А мальчик по-мальчишески еловки в ремесленном кургузом пиджачке. Как он